что здесь делаешь? Это же раздевалка для пацанов. И тебя здесь кто-нибудь может увидеть. Камиль, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Мне кажется, что в последнее время ты очень мало мне уделяешь внимания. Милан, ну ты, конечно, не права, но чтобы ты так не думала, я раздобыл 2 билета в парк аттракционов, и у нас сегодня с тобой будет свидание. Блин, Камиль, ты такой классный. Камиль, ты у меня самый лучший. Подожди, я надеюсь, ты не будешь брать с собой Халка и Найса? Нет, конечно, это же свидание! Тогда поклянись, что мы никому не расскажем о нашем тайном свидании. Даже о Мине? Даже о Мине. Ладно, клянусь. Девчонки, сегодня Камиль меня пригласил на свидание в парк аттракционов. Круто! Я так рада за вас! Наконец-то вы сможете провести время вдвоем! А еще, Аминка, я решила, что возьму тебя с собой. Камиль будет не против, потому что ты его сестра и моя ЛП. А меня возьмете? Нет, извини, мы тебя не сможем взять. Ты же не сестра Камиля. Девчонки, ну возьмите меня с собой. Я обещаю, что не буду вам мешать. Честно-честно. Ладно, Стеш, пойдешь с нами. Только давай договоримся без фокусов. Амин, есть еще одна проблема. Я не знаю, что мне надеть на свидание. Это не проблема. Пойдем в мою гардеробную, я тебе помогу. Ладно, Аминка, от тебя ничего не скроешь. Я собираю коллекцию треснутых 2. Ничего себе! Ты что, уже всех собрал? Угу. Блин, я тоже себе хочу новых треснутых. Ну тогда делай покупки в Дикси от 600 рублей, и они тебе достанутся в подарок. Окей, тогда я соберу коллекцию больше, чем у тебя. Если ты будешь их собирать, тогда не забудь подписаться на группу Дикси ВКонтакте, а также на Инстаграм. Будем вместе участвовать в розыгрыше крутых призов. Лови ссылку на их сайт. О, акция действует с 22 ноября до 19 декабря. Времени мало, я побежала в Дикси. Кстати, ссылку на треснутых 2 я для вас оставила в описании. Блин, Настя, можешь аккуратнее, чуть в меня не попал. Расслабься, чувак, я меткий. Именно поэтому Диана меня и выбрала. Да хорош тебе. Она выбрала тебя, потому что ты племянник учителя Макса. Что? Что за бред? Да ничего не бред. Хочешь, я напишу твоей Дианочке и приглашу на свидание, и она мне не откажет. Халк, ты чё, офигел? А хотя ладно, пиши. Хочу послушать, как она тебя отошьет. Таких крутых парней, как я, не отшиваю. Смотри и учись. Привет, малышка Ди. Я так по тебе соскучился. Слушай, а может сходим сегодня куда-нибудь? Например, в Макдак. Я угощу тебя бургером. Она тебе не ответит. Уверен. Ха, уже ответила. Халк, я тебе уже говорила, что меня бесит качки. Я не пойду с тобой никуда. Хватит мне вообще писать, а то я тебя заблокирую. И вообще, я не люблю бургеры. Обломчик, Халк. Отшила тебя твоя малышка Ди. Короче, пацаны, тут такое дело. Мы сегодня с Миланой идем на свидание в парк аттракционов. Сразу предупреждаю, мы идем вдвоем. О, я с вами. Я тоже. Пацаны, вы что, глухие? Я же сказал, что мы идем вдвоем, значит, я и Милана. Капец! Ну ты предатель, Камиль. Мы вообще-то друзья, должны вместе пойти в парк аттракционов. Вы что, тугие? На свидание не ходят с друзьями. Настя, ты что, реально тугой? Ладно, ладно. Я просто хотел на аттракционах покататься. Какие аттракционы? Пойдем лучше со мной в качалку, подкачаешься. Чего? Зачем мне в качалку? Ты посмотри, какой у меня пресс. Ладно, пацаны, давайте я пошел. Только без обид. Без обид. Ну что, Настя, пойдем в качалку. Да отстань ты, не пойду я с тобой в качалку. Офигеть, они собрались в парк аттракционов без нас. Надо это исправить. Пойду всему кампусу расскажу. Season, I broke records while loose leafing. I'm coming now on my roof, leaving. Don't give a f- I don't care. Did the f- on my lawn.
like paint on percussion. This is disgusting. I hear them bragging about that they did, and it do not move me, not in the least. They ain't been dropping no seeds in the soil, but swear that you on my spot at the feast. I've been on cold. Что? Что здесь делает весь кампус? Милана, мы же с тобой договаривались никому об этом не говорить. Стеф, это ты? Нет, я весь день только с вами была. Тогда кто? Кроме нас? Никто об этом не знал. Да честно, девчонки, это не я. Я никому об этом ничего не говорила. Мне очень интересно, как вы здесь все оказались, если вас никто даже не приглашал. Да, нам очень интересно. Найс, а ты что здесь делаешь? Мы же с тобой договаривались. Чувак, да и вообще не при делах. Меня Диана сюда притащила. В смысле притащила? Я что-то не поняла. Вообще-то ты сам меня сюда пригласил. Диан, не кипишуй. Я потом все объясню. Ну ладно, потом поговорим. А мы вообще мимо проходили. Вон увидели остров мечты и решили зайти потусить с пацанами. Да, покататься на аттракционах. А то давно не катались. Я вообще не хотел сюда идти. Я высоты боюсь. Меня эти двое заставили прийти сюда. Так, Бенц, если ты сейчас не заткнешься, я привяжу тебя к самому большому аттракциону и будешь у меня кататься до самого закрытия парка. Пазл, я Дэнс, а не Бенц. Бенц — это он. Пофиг. Понял, Пазл. Короче, меня никто не заставлял сюда прийти, я сам пришел. Пойдемте повеселимся, пацаны, как следует. Все ясно. Павел, а ты что здесь делаешь? Тоже мимо проходил. Так это, я не один, я с Понкой, мы с ней встречаемся. Чего? Мы с тобой не встречаемся. Он врет, не верьте ему. Понка, ты че? Ну подыграй, пожалуйста. Ты че, жалко, что ли? А не обращайте внимания, у Понки проблемы с памятью. Только вчера начали встречаться, а она уже забыла. Не буду я тебе подыгрывать. И вообще, чтоб все знали, это Бабл пришел и разболтал всем про парк развлечений. Понка, ты че такое говоришь? А не обращайте внимания, она так шутит. Бабл? Какого черта ты всем разболтал? Ладно, Бабл, в кампусе разберемся. Не будем сейчас портить себе настроение. Ой-ой-ой, испугался. Привет, ребята. Учитель Макс? Вы тоже здесь? Учитель Макс, а вы что здесь делаете? Если что, я учителю Максу ничего не говорил. Он реально сам пришел. Вообще-то у меня сегодня выходной, и я решил провести его со своей подружкой в парке аттракционов. Кстати, знакомьтесь, это Кэти. Мы с ней очень хорошо дружим. Просто дружба и не больше. Вот учитель Макс хитрый, отмазывается. Макс, а ты не хочешь рассказать им правду? Кэти, какую правду? Ну, что мы вообще-то не просто дружим, мы встречаемся. Давай не сейчас, давай чуточку позже. Когда? Чуть-чуть попозже. Да пофиг вообще, погнали уже тусить. Погнали. Я знаю, там наклёвся. Давай, если у вас есть магазин Apple. Кэти, я все расскажу им. Дилан, хватит считать свои деньги, мы опаздываем. Да, иду. Все равно я не люблю эти аттракционы. Зачем ты меня сюда притащила? Лучше бы пошли в ресторан какой-нибудь. Там будет весь кампус и будет очень весело. Пойдем быстрее. Милан, я знаю, здесь такой классный аттракцион. Тебе он точно понравится. Девчонки, вы с нами? Да. Нет, мы пойдем на другой аттракцион. Да, Стэп? Ладно, мы пойдем на другой аттракцион. Туда, там тоже очень весело. Ну не хотите, как хотите, увидимся. Стэф, ни свидания, и не надо за ними ходить и говорить, я с вами, пойдем. Комната страха, мой любимый аттракцион. Энджи, может, не пойдем туда? Ты че, Дилан, испугался? Нет, конечно. Просто я думаю, что там вообще не страшно, и поэтому не хочу туда идти. А я думала, ты испугался. Ладно, пойдем. Ну что, пацаны, мы же не трусы, да? Нет, конечно. Чего тут бояться? Блин, пацаны, а мне уже страшно. Место какое-то жуткое. Я представляю, что там внутри. Да что ты как девчонка? Расслабься, все будет тип-топ. Я уже начинаю жалеть, что я взял тебя с собой. Нытик, так может я пойду? Фиг тебе! Раз пришел, значит будешь с нами до самого конца. Ну что, Диана, если там будет страшно, ты знаешь, что тебе делать. Да, громко кричать, искать выход и бежать оттуда. Что? Не надо никуда бежать. Просто прижмись ко мне крепко и не бойся. Макс, пообещай, что после этого аттракциона ты всем ребятам расскажешь, что мы встречаемся. Ладно, расскажу, если мы вообще оттуда выйдем. Как-то мне жутковато.
ты ничего не видела. Дэнс, какой же ты нытик, а? Зачем вы меня туда взяли? Было очень страшно. Я тебе говорю, не нужно было его брать с собой. Вообще не страшно. Так, ну что, мы сейчас идем и рассказываем всем ребятам, что мы встречаемся, да? Кэти, давай чуть позже. Мне там было так страшно, что мне захотелось в туалет. Мэнди, что она здесь делает? Какого черта? Всем привет! Сегодня я приехала вместе с кампусом в парк аттракционов и буду кататься на самой страшной горке. Оставайтесь со мной, чтобы ничего не пропустить. Ее сюда никто не приглашал. Вот хитрая, быстренько она ко всем подмазалась и ходит теперь как хвостик со всем кампусом, будто бы она не при делах. Ладно, Стеф, не парься, сделаем вид, что мы ее не замечаем. Пойдем. Проходите, хорошего отдыха. Следующий. Извините, вы не проходите. Да мне и не надо. Эта карусель вообще не страшная. Потому что не доросли еще. Следующий. Проходите, хорошего отдыха. Не парься, Аминка. Если хочешь, мы можем пойти на другой аттракцион. Нет, Стеф, я должна пройти туда. У меня даже есть план. Следующий. Проходите, хорошего отдыха. Спасибо. Следующий. Проходите, хорошего отдыха. Следующий. Дилан, я хочу на эту горку, и ты пойдешь со мной. Давай я тебе дам вот это, и ты сама туда пойдешь. Легко. Эта горка такая огромная. Офигеть. Все, пацаны, решено. Мы идем на этот аттракцион. Блин, пазл, ну реально какой-то стрёмный. Не-не-не-не, я не пойду на него. Вы что? Вы видели, какая здесь скорость? Я как бы могу и штаны наложить от страха. Я так и знал, что ты трус. Сам ты трус. Просто я не люблю большие скорости. Ага. Вау! Ну что, Милан, прокатимся? Блин, как-то страшно. Может, и без меня один? Да ладно ты, не бойся. Погнали! Я тебя буду держать за руку. Ой-ой-ой, какая милота! Кто-то испугался без своей Миланочки кататься на аттракционах. Чего он не испугался? А сами-то что смотрите с испуганными глазами? Ты что думаешь, мы испугались какой-то маленькой горочки? Пазл, блин, мне реально стрёмно. Я не думаю, я вижу. Так что, может, прокатимся вдвоем, и я докажу тебе, что я не трус? Или ты испугался, а? Да без проблем, прокатимся. А кто закричит первым, тот будет весь день носить костюм хот-дога. Пазл, давай докажи, кто здесь самый крутой. Только не вздумай проиграть, иначе на этот раз ты будешь хот-догом, и Энджи точно не вернется к тебе. Камиль, ты уверен, что не закричишь? Аттракцион реально страшный. Милана, за меня не переживай, я 100% не закричу. Максимум, что я сделаю, это потеряю сознание. Закричал. Да нет, но ты как раз таки закричал, как девчонка. Ладно, мы оба закричали. Пазл, да не парься ты. Он тоже закричал, мы видели. Камиль, не парься, он тоже закричал. Мы видели. Пока вы тут развлекаетесь, там Бабл сознание теряет. Бабл? Да, Бабл, скорее, он там. Поздравляю, вы выиграли единорога. Кэти, держи, это тебе. Блин, Макс, ты такой классный, такой веселый. Ну я же обещал, что тебе понравится построй мечты. А можно я тебя поцелую? Кэти, может быть, давай не здесь и не сейчас, вдруг кто-то увидит. Да ладно тебе, увидят, вот и хорошо, зато будут знать, что мы встречаемся. Ладно, давай только в щечку. Извините, что я вас отвлекаю, но там Баблу плохо. Баблу? Что случилось? Кажется, он объелся пиццей на смерть. Что с ним? Он, походу, пиццей объелся. И что мы будем теперь с ним делать? Да пофиг вообще! Бабл, давай!
поцелуй! Бабл, что с тобой? Он, походу, пиццей объелся. Бабл, какого черта ты ешь пиццу? Тебе нельзя ее есть, у тебя аллергия на сыр. Давай вставай уже. Походу, дело ему очень хорошо, он не собирается вставать. Пазлы, что смотрите? Поднимайте Бабла. Бабл, какого фига ты разлегся? Вставай, давай! Погнали дальше тусить! Погнали!